В Чехии на автостраде столкнулось 40 автомобилей. Движение на Прагу полностью перекрыто. В Чехии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие на 33-м километре автострады D-5. В результате происшествия на автостраде столкнулось около 40 автомобилей и грузовиков. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на чешское телевидение. На место происшествия выехали все экстренные службы, также задействован вертолет из-за массового столкновения движение на Прагу полностью перекрыто. В результате происшествия пострадали по меньшей мере. Семь человек, одному из них оказали медицинскую помощь. Еще три человека были госпитализированы с незначительными травмами, а еще трое доставлены в пражскую больницу вертолетом. Здесь следовало ожидать, учитывая количество столкнувшихся автомобилей, что будет большое количество пострадавших. Поэтому оперативный центр объявил травмоопасный план, рассказала представительница спасательной службы Петра Гамалова. Пресс-секретарь региональной пожарной службы Тереза Флигерова сообщила, что на трассе столкнулись 22 легковых и 14 грузовых автомобилей. Пожарные осматривают разбитые автомобили на месте на предмет возможного возгорания и обливают их рабочими жидкостями. Они разделили место вмешательства на три участка, которыми управляют три командира. По словам пресс-секретаря полиции Власти Сучанковой, причиной аварии, вероятно, стала плохая погода. Погода ⁇ снежная буря, пронесшаяся над Прагой. Центральной Чехии, безусловно, сыграла большую роль в массовом ДТП, сказала она.